Авария в центре Абакана на перекрестке улиц Щетинкина и Тельмана. Перевернулась Нива. Очевидцы сразу назвали аварию странной. Нам удалось найти видеозапись произошедшего. Что стало причиной ДТП и в каком состоянии сейчас водитель, выясняла Мария Добрынина. Причиной утренней пробки по улице Щетинкина стала авария и довольно необычная для городской местности. Машину перевернуло на крышу. Причем явных следов столкновения с другим авто не наблюдалось. Одна из версий – водителя Нивы кто-то подрезал. Он хотел уйти от столкновения и влетел в бордюр. 68-летнего мужчину увезли в реанимацию. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Нива был госпитализирован в медицинское учреждение. Ему поставлен диагноз – черепно-мозговая травма. Что-либо пояснить водитель пока не может, говоря о том, что он ничего не помнит. По предварительной информации, водитель был без признаков алкоголя. Картину прояснило видео с камер, установленных на перекрестке. На кадрах хорошо видно, что отечественному автомобилю никто не мешал. Двигаясь по прямой на довольно приличной скорости, водитель неожиданно въехал в бордюр и перевернулся. Больше в этой аварии никто не пострадал. Парковка была пустая, дорога тоже, пешеходы остались в стороне. Ответить на вопрос, что же произошло на самом деле, сможет только сам водитель, как только придет в себя. Мария Добрынина, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.